Вот. Бычки встречаются. Можно отварить и на зиму засолить. Вот пробегусь по ямам. Вернее, по отвалам. Вот первая. Вся уже извороченная. Перерытая, наверное. Да. Даже подъезжает. Пробегусь, пробегусь. Давно не был. Вот. Еще одно. Все заросло. Даже не поверишь. Шуруп был. Все это на золото. Вот кто-то уже смотрел истории, говорится, что жилки небольшие, узенькие, но перспективные, с большим залеганием золота. И что? Нашли неплохую жилку. И уже когда все собрались работать, уже был инструмент на глубине. И люди. Вдруг обозначился огромный приток воды. До того резкий, что успели только людей вытащить. А все остальное осталось там. А приток был настолько большой и сильный, что наверх выталкивало небольшие самородки золота. Сейчас, конечно, это отвальчики. Никто здесь и не работает. Единственное, что в сопутствующих крокоид был. Вот этот крокоид и смотрят. Народ смотрит этот крокоид. О золоте, конечно, речи нет. Да и не тот это минерал, чтобы за ним работать. Себе дороже будет. Помазаться надо, комары слепни, сейчас съедят. Ну вот, все обрушилось, завалилось. Вот тупо присев над одним из отвалов. Делаю эту дурную работу. Дурная уж. Раз говорил, что это та, когда думать не нужно. Ну, вот такие вот примазочки-то есть, конечно, но... Есть небольшие примазки, но хочется... крокоида крупного. Самое главное, пусть не крупный, но чтоб образец интересно выглядел.
Так, ну ладно, перерыв сделаем. Ну, такие небольшие. Небольшие попадают. Ну вот это интересный образец, конечно, выпал. Вот он раскололся. Мне вот такой даже больше нравится, где кварчик есть. Он лучше смотрится. Хотя вот на черном фоне тоже бывает крокоид. Где-то у меня был хороший образец. Кто-то взял его. Да что вы сегодня... Сейчас принесу маленькую каёлочку. Есть, конечно, вот мелочевка, она тут в такой породе практически повсеместно. Как ярко сидят. А сам крокоидик вот рядышком с этим желтяком. Ну ладно, что, отложим. Посмотрим там, что дальше будет. Как-то мне в прошлом году один образец уж больно понравился. Все усыпано было крокоидом в разных кристаллах там и параллельных, и по-разному они в друзках маленьких. Ну тоже вот неизвестно. По идее-то помыть надо. Может, они сразу отлетят, эти кристаллы. Тогда смысл какой их возить. Ну, вот на черном фоне они нормально сидят. Поэтому можно брать, не задумываясь. Интересный образец. Ну ладно, надо ложе принести пенку. Долечь.
Да уже в глаза начинает. Сейчас побрызгаюсь. Ну вот, рифтамидом немножко брызнулся, и все. Повеселее пошло дело с комарами и прочее. И прочее, и прочее. Тоже приглядеться-то, кристаллы есть, крокоиты. Мелкие. Ну, очень мелкие. Примазка. Заросло все тут на ровном месте. Вроде когда-то отвал был. Копаешь, а тут корни всякие. Тоже примазки. Так, ну да ладно, немножко по-другому начнем. Вот неплохой образец попался. Кристаллы мелкие, но их очень много. Так что вот. Идем дальше. Они тоже сидят. Может быть, вот в животке что-то будет. Но это уже когда помоем, потом выложу на канале. Часто так тут. Ну, как поблескивает. Мелочь, мелочь, мелочь. Мелочи приятно. Ну вот покрупнее немножко кристаллик попался. Хорошо. Уже кое-какие.
Неудобно, конечно, с камерой снимать, но смотреть-то видео интересно, видимо. Вот тоже что-то немножко есть. Так что, если вам не сложно, ставьте лайки. Будьте ладны.